хочу еще раз подтвердить, что Армения действительно заинтересована в этом. Но и мы готовы приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций и на основе суверенитета и юрисдикции нашей страны. Это наша Я хочу еще раз подтвердить эту позицию и хочу подтвердить, что мы готовы, и пограничные службы Армении, таможенные службы Армении готовы обеспечить нормальный переход всех транспортных средств, железной дороги, железнодорожных составов, в частности, через территорию Армении, и мы ожидаем, что и азербайджанская железная дорога будет открыта для грузов железнодорожных составов Республики Армении через Нахичеван.